Москвичи выбрали темы новых экскурсий в центре космонавтика и авиация на ВДНХ. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и сейчас подробности. 15 октября на проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное расширению экскурсионной программы в центре космонавтика и авиация на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставки. Москвичи могли выбрать темы для новых экскурсий. Лидером голосования стал квест для самых юных посетителей. За него отдали 43 тысячи голосов. Около 31 и 29 тысяч человек проголосовали за экскурсии на тему химии в космосе и легендах космической отрасли. Данные позиции заняли второе и третье место в голосовании. 18 тысяч голосов отдали за экскурсии об искусственных спутниках Земли. Собственные идеи предложили более 1000 горожан. В опросе приняли участие более 155 тысяч человек. Сейчас в центре постоянно действуют обзорные туры, экскурсия по выставке об истории и архитектуре павильона «Космос», а также две тематические экскурсии о жизни космонавтов на орбите и об исследовании планет Солнечной системы. Планируется увеличение числа мероприятий. Отмечается, что из-за большой активности граждан в голосовании было принято решение в течение ближайшего года запустить все туры, представленные в опросе. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!